Здравствуйте, уважаемые слушатели и гости канала «Эзотерика для тебя». Друзья, сегодня мы с вами проведем одну практику. С помощью этой практики вы можете решить все ваши финансовые трудности и ваши неудачи. Также привлечь благополучие и наладить денежный канал. Поэтому, если вы чувствуете, что у вас связаны руки, вы ничего не можете сделать в данной ситуации, пожалуйста, никогда вообще не паникуйте и не вините себя ни в чем. Настройтесь только на хорошее. Будьте всегда оптимистом, как бы вам ни было несложно. И настройтесь на то, что все ваши финансовые трудности уйдут. Обращаю ваше внимание, что данная практика также помогает и наладить денежный канал. Большая к вам просьба, мы дадим кое-какие рекомендации, как правильно провести эту практику. Это практика со стаканом воды на ночь у кровати. И, пожалуйста, прослушайте до конца для того, чтобы вы знали, как это нужно правильно сделать. Итак, что для этой практики вам понадобится? Вам нужно налить простой воды из-под крана в стакан. Стакан должен быть прозрачный. Это должен быть именно стакан, то есть стекло, и он должен быть прозрачный. И положите туда любую монетку. Далее вам нужно сказать следующие слова. Как монетка в стакане тонет, так и я в сладкие грезы окунусь, окажусь в денежном сне. И видения, финансы пригрязятся наяву ко мне, говорите ваше имя, притянутся. Обращаю, что слова к практике будут в описании к этому видео. Эти слова, которые мы сейчас озвучили, вам необходимо проговорить 3 раза. Далее берем этот стакан и ставим у изголовья кровати и ложимся спать. Этот стакан должен стоять возле вашей кровати до тех пор, пока вам не приснится сон о деньгах. Как только вам приснились деньги, неважно, они вам приснятся, или вы их, знаете, вот это может быть все что угодно, во сне, может быть мимолетным вы увидите деньги, но в вашем сне обязательно должны присутствовать деньги. Не имеет значения, сколько пройдет времени, но стакан должен стоять до того момента, пока вам не приснился сон о деньгах. Как только вы увидели сон о деньгах, то вы берете стакан с водой, выливаете воду со словами благодарности, ну а монетку достаете и тратите в магазине, как вы считаете нужным. Но обращаем ваше внимание, друзья, что эту монетку нельзя тратить на погашение кредитов или каких-либо долгов. Это очень важный момент. Как правило, в течение недели, вам должен присниться сон. Если вам в течение недели не приснился сон, где будут хоть каким-то образом, даже намек на деньги, значит, данную практику мы повторяем. Выливаем стакан с водой, моем стакан, водичку благодарим за то, что она принесла нам пользу на эту неделю, даже вне зависимости от того, приснились ли вам деньги или нет, это очень важный момент. И повторяем ритуал. Все зависит от вашего настроения и как вы видите свою жизнь. Это очень важно, потому что если вы находитесь в депрессивном состоянии, у вас какие-то проблемы, вас все это гложет, то учтите, то вам может даже сны могут не сниться. Это очень важно. Друзья, слова будут в описании к этому видео. Мы надеемся, что наши советы, наши рекомендации вам помогают в жизни, друзья. Мы с вами прощаемся. Подписывайтесь, ставьте лайк, и мы услышимся уже с вами в следующем видео.